Дискотека Муз-ТВ – это не только яркие выступления певцов, но еще хороший повод встретиться после летних отпусков, а также обсудить последние новости. Хорошо отдохнув в Испании, голубки Юлия Ковальчук и Леша Чумаков решают купить себе квартирку в стране конкистадоров. За кулисами сразу все начинают обсуждать, а значит ли это, что долгожданная свадьба уже не за горами? Не знаю, вот Алексей где-то рядом ходит, спросите у него, он же мужчина, почему вы, девушки, задаете этот вопрос? Хорошая квартирка, сколько там, 170 квадратных метров, апартаменты с видом на море. Как-то о штампе так они задумывались, потому что и так хорошо. Но она, в принципе, и есть моя жена на самом деле. Но буквально через минуту Алексей все-таки объясняет, почему пока заветное предложение так и не сделал. Она целуется с мужчиной, посмотрите, как она нежно целуется, общается. Ах вы гады, ах вы... Папарацци. Попурация сейчас будет. Ты домой придешь, в попурация. Но это не все любовные перипетии.